Всем привет! С вами Кэтсунэку. Продолжаем играть в Resident Evil 2 Remake. Я не играл 2 дня, монтировал видео. Поэтому посидел тут, подумал. Сначала мы возьмем эту зеленую травку, потом мы сходим в комнату хранения, оружейный шкаф заглянем. Я инвентарь немножко тут подбил, взял красную траву, смешаю ее с зеленой. Посмотрим, что у нас получится из этого. И добудем себе дробовик. Тут где-то чувак у нас калашматит. Поэтому не будем его соблазнять свежим мяском. Сразу убегаем. Ух ты. Тут кто-то кричит. Кстати, звуки раздаются с той двери. Итак. Объединяем. Ух ты. Смесь трав. ЗК. Так, изучим. Смесь из 2 разных трав полностью восстанавливает запас здоровья. Крутотень. Полностью. А здесь умеренный объем здоровья. Хрен поймешь, как это понять. Умеренный и полный. Тут 2 травы у меня будет. Если у меня красное состояние будет, у меня все равно до зеленого прибавится. Сохранимся. Как вы видите, я савки поудалял через саму систему PlayStation, через настройки управления сохраненными данными. Там подписаны все слоты. Давайте съедим смесь трав. Зеленая плюс красная. И нам стало хорошо. И все. Красная плюс синяя. Появляется значок щита. Дополнительная защита. Так как я играю с оригинальной беспроводной гарнитуры Sony PlayStation, я изменил настройки звука, динамический диапазон поставил на большой и установил объемный звук 7.1. Не знаю, как отразится это на видео, посмотрим. Сейчас мы идем в комнату хранения через западный офис. Так, травку-то забыл выложить. Чем мне столько лишнего с собой носить? Как раз кнопку проверим. Можно ее переставлять. А, кстати, фишку еще одну хочу проверить. Вот здесь стоит енот. Типа при приближении к нему вы слышите характерный звук, типа металлический такой, жужжание. Но я прям тут громкость пришлось увеличить. И так еле слышно, хрен его знает. Столько много посторонних звуков, можно запутаться. Их нужно найти 15 штук. Вот мне дали приз — борьба с вредителями.
Ой. Сюда же. Да, я громкость немножко уменьшу, то по ушам бьет. Так, применим кнопочку. Использовать. А ну-ка, если вот, к примеру, сюда. А, наберу. Допустим, мне нужно открыть патроны, да? Давайте патроны. 208. А если тут 102. Можно так набрать, нет? Да, можно 102 набрать. Можно 208 набрать. А, прикиньте, я сейчас кнопочку-то не смогу вытащить, да? БЦ. Я ее поставил, и все. То есть на тройку у меня ничего не получится взять, да? А на тройке у меня нож. И... дополнительная штука. Нет, конечно же, дополнительный инвентарь мне бы... лучше был бы. 203. Чем патроны. Патронов сколько здесь? 3 всего лишь. Ну и порох тут. 102. Порох обыкновенный. Бездымный типа. Не, не канает. Лучше нож и сумка. Нож и сумку хочу. Загружаем. Так, вот я загрузился, добежал до комнаты хранения. Не стал я брать с собой кнопку, пока я повременю с этими предметами, которые находятся здесь. Пока что возьмем дробовичок. Такс. Но патроны 4 штуки. W870. Так, он у нас... а, вверх, вниз. Ну, шустро так заряжает. Такой компактный. Ключ-карта у нас пропала. А, буква В это выбрана. Я думал, что за Б? Ну, типа В. Давайте его изучим. Дробовик W870, четырехзарядный, помповый дробовик 12 калибра. Прочный стальной затвор принес этой модели славу за удобство и неприхотливость. Взглянем на модельку. Какие-либо надписи отсутствуют. Клепки какие-то. Ну-ка. Ну ничего, так прикольно сделано. А это что, на веревочку типа его подвешивать? Колечко на ручке. Чтоб на это, на поясе носить, как на всех. Раньше помню, на детских игрушках такие веревочки делали. Ну, в смысле, колечки под веревочку.
Я взял еще дополнительно 6 патронов из сундука. Хотел его зарядить, оказывается, он 4-зарядный. Нигде об этом не написано. В смысле, в описании на дробовик это не указано, информация. Дальше мы направляемся в командный пункт, который находится на первом этаже. Добираться я буду вот так по кругу. Здесь куча зомби. Как я буду находиться в этой точке, я возобновлю запись. Я добрался до командного пункта. Здесь у меня два окна выломанные. Единственное окно заколоченное. Там куча зомби бродит. Но сейчас мы уберем цепь с этой двери. И у нас будет короткий проход, я так думаю, здесь. Так что нам доски тратить сюда нерентабельно. Эй, стой. Призыв. Ёкарный бабай, сколько вас? Как пиздец. Падла. Так, мне надо сообразить, куда мне надо. Блин. Да что ж вы такие живучие? Патронов ушатал на вас столько. Еще и заманил сюда вас. Их надо вообще отсюда как-нибудь вытурнуть. Так, что здесь? Кэп. А, локер рум. Вот, кстати, код, помните, который я подобрал. Здесь кто-то есть? Нет? Травка, устройство, световая граната. Световую гранату берем. Устройство. Кто-то что-то тут разрабатывал. Ну, вот закрытая комната. Как догадаться? Так, тут что? А, травка. Ну, эту травку оставим для синей травы. Я когда-нибудь ее донайду. Все, инвентарь у меня полон. Здесь мы видим замок. Все, короткий путь у нас открытый. Мы спокойно можем отсюда пробегать. И в принципе нам сюда возвращаться-то уже и не надо будет. Кроме вот этой двери. Она у нас... О, а здесь черви, да? Оба-на, здесь черви ножной. А здесь... Треф. Интересно. Давайте осмотрим рукоять. Я с собой взял вентиль со специальным отверстием. Смотрите, режущий инструмент. Болторез нам уже не нужен. Мы, кстати, его тоже не разглядели. Не, конечно, болторез классно сделан. Текстура вообще клевая. Эй, обалдеть. Ремейк офигенный. Просто как бы помню, что раньше это у нас флешка. Ручная граната, при взрыве которой происходит яркая вспышка
и раздается оглушительный шум. То есть она глушит их и ослепляет. Флэшбэнг. Каушен. Тут даже все написано, что осторожно. Левел 97. Чека. Даже две чеки, что ли? Я не понимаю, для чего две. Классное переиздание. Старая игра в новом свете. Так. Изучить. Ну, это вы понимаете, да? Аларм. Типа будильник. Куда это нужно впихуянуть? О! Батареек нету. Детонатор без батареи. Предмет сюжетный. Для взрывчатки C4. Взем не от батареи. Я думал, уже пойдем взрывать. На первом этаже, в этой части, в западной, нам делать больше нечего. Пока что. В восточной части. Вот, кстати, здесь что за проход? А, там комнатушка просто такая. Я там доски подбирал. В принципе, тоже мы тут все облазили. Тут закрыта у нас комната смотрителя. Второй этаж, восточная часть, нам в принципе тоже делать нечего, у нас нет вот рукояти для отверстия. Здесь у нас вертолет разбитый, на улице тоже там делать нечего. Восточная часть, как раз вот тут есть что делать. У нас как раз есть вентиль, мы можем пройти, разведать вот эту часть. Сейчас мы направляемся в душевую. Применим рукоятку. Пробегая мимо холла, я вспомнил, при взрыве вертолета нас капитан звал к себе. Я вот тут его увидел полудохлым. Еще жив. То есть он, ему уже скоро... Смотрите, на него даже оружие нельзя направить. Ну, как бы можно, но оно убирается автоматически. В компе у него пошарить нельзя. Продолжаем двигаться. Душевую. Я добежал до душевой, но здесь меня повстречал сюрприз. В виде этого тухлячка чернокожего. Живой еще? Ему вообще нужно отрубать бошки, чтобы им кусать нечего было. Вот это я открывать не буду, тут зомби сидит. Ножу скоро кобздец придет. Используем. Такс. Этот бойлер, блин. Что там за давление такое? Ну, я понимаю, что воду нагревает, но... Ни хрена у нас такое давление не бывает у нас. Смотрите, всякие щетки. Крема, масла, усратые раковины, как в пяти. В пяти там еще была херобора такая лежала, типа зародыша какого-то. Тут сантехники узлов накрутили, как обычно. А типа слив так и сделали. Тут тоже какие-то штучки. Средства чистящие. Видимо, ими не пользовались, так раковины позасрали. Душ нас, кстати, не мочит. Хотя вода капает. Есть какие-то провода. Вентиляция. Ну, тут коммуникация под потолками.
чувствую, пахнет чем-то нехорошим. Засадой. Вот прям засадой. Автосейв. Я могу проверить ножом. Давайте проверим ножом. Пациент скорее мертв, чем жив. Смотрите, за окном дождик идет уже. Вроде как не было. Может, потушить нам там огонь? Вертолет, который сгорелся. Так, тут какая-то система управления, видимо, горячей водой, нагревателем. Так, два шкафчика. В одном зомби, по-любому. А, порох. Пусто. Вообще пустые стоит шкафчики открывать, нет? Может быть, прохождение за Клэр откроется. Так. Вот здесь уже мне что-то неуютно. Здесь длинный проход. Ощущение такое, что... Woman's Locked Room. Шкафчики женщин. Такая лысина у него, как у настоящего японца. Смотрите, окна открыты, ветер дует. Чувствую, я тут будет оно. Эх, лизардами называла. Лизарды — это же ящерицы. Это эти ликеры. Как раз вот патроны здесь на дробаш, да? Газетки. А мы помним, что они ползали на улице. Ёбаный в рот, блядь. Боже, это что еще такое? Он что-то принес. А на сегодня мы закончим наше приключение. С вами был Кэтсунэко. Всем пока. Услышимся. Джане.